Дайте мне хорошую раму, я продам любую картину. Так часто говорят художники. Даже настоящее произведение искусства необходимо правильно подать. Как оформить картину, рассказала художница Анастасия Удова на мастер-классе в галерее Горшина. Создание рамы – ремесло непростое, необходимо учитывать многие детали. Например, если картина выполнена в холодной гамме, к ней пойдет серебряное обрамление. Если в теплых тонах, то золотое. Если живопись мы видим перед собой в классической манере, то есть мы не видим мазков, гладкая живопись, как, допустим, вот мы можем посмотреть, вот зимний пейзаж висит, да, вот Саврасова, он как бы тонким слоем краски исполнен, и мы не видим мазков, то есть гладкая такая живопись. Считается, что таким работам подходит рама, на которой, наоборот, есть лепнина. Участникам раздали рамки и специальную бумагу для оформления. В течение встречи жители подготовили рамки для открыток. Мастер-классы в Химках проходят регулярно. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.